Бийсугское нерестово-выросное хозяйство сегодня – это не только успешное предприятие, восполняющее запасы ценных пород рыб в акватории Азово-Черноморского бассейна. Здесь соблюдают все необходимые технологии выращивания молоди тарани и судака, а с 2013 года и краснокнижной шимаи. Бийсугское нерестово-выросное хозяйство сегодня – это еще и место, которое облюбовали десятки видов птиц для гнездовья – утки, гуси, кулики, крачки, чайки, колпицы, каравайки. В этом году на водоемах Бийсугского НВХ впервые за последние несколько лет появились пеликаны. До этого времени только единичные особи этих птиц редко можно было встретить здесь. Сегодня несколько сотен пеликанов облюбовали водоемы БНВХ. И это не случайно. Используемые технологии для производства молоди ценных пород рыб позволяют создавать богатую кормовую базу в водоемах, что привлекает сюда большое количество разных видов водоплавающих рыбоядных птиц.